вы меня можете увидеть. Найдем. Ого. Так меня долго искать будете, парни. У тебя зубов много, что ли? Че такое? Дробовик с оптикой, походу. Не понял. Как он оказался пригвожденным. А, это они. Не понял. Вот это падла! Кто их валит? Что? Ну че, сейчас. По одному патрону дают. Ну, правда, по одному патрону у всех. Ты еще косее, чем я, даже а мужик. Тебе, походу, реально нет. Да конечно нет. Только вы чисто смотрите. Видите, пацаны, у него волына точно есть. Откуда ты, чё? Тут вроде нифига. Откуда у меня волына? Я голыми руками. Пули испускаю. Че, не помер? Ладно. Что-то ты какой. Вот так. Нормально я тут нашмалял. Что такое, блин? Ну ладно, пофиг. А ты кто? Короче, братаны. А, это наш. Как его отсюда выпустить? Ну что там, как? Что там? Где там? Кто там? Есть еще кто? Нет. Как? Это бурбон же сидит, правильно? Или нет? Ничего не поймешь, ну ладно. Ща мы их. Сталкера, да? Тот же чувачок озвучивает. Ай-яй-яй-яй-яй. Это что такое нахрен было? Надо лечиться или нет, интересно. А, блин, опять все разбилось. Так, ладно. Не видно, конечно, ни хрена, ну то ладно, что ж поделаешь-то. Че, не пролазишь? Пролазит вроде. Тут зачем, непонятно. Опасно тут. Ловушки. Не ваншотят, правда. Это хорошо. Тут совсем было печально. Да что-то, походу, делся куда-то. Ты чё начнёшь? Поспать надо. Ложись. Вздремнём. Пока суть до дела. Так, сюда можно выйти? Можно. Свет выключи, свет выключи. Чё-то там. Тихо. Тихо.
валят нас, пацаны. Шухер! Шухер, братаны! Так, где кто есть? Вот же, сука! Засек. Граната. Не слабо. Все. Или не все. Ага, вон еще один. Боже, сука! Да блин! Так, где тут что? О! Хабар нашел. Да что-то, походу, делся куда-то с учёным. Ничего. Так. Никуда баба не денется. Никуда ты от нас не денешься. Опа, что такое? Это что такое? С оптикой что-то. И с глушителем, а походу, да? Ну-ка попробую взять. Ага. Это получше вроде. Искатели. Да, это хорошая штука. Получше, чем... вряд ли. Искать вы, ребята, совсем не умеете. Пу-пу-пу-пум-пу-ру-пу-ру-пу-пум. Тун-тун-тун-тун-тун. Куда иду? Зачем иду? Какие-то лабиринты тут прям. Сейчас откуда-нибудь как выскочит, как выпрыгнет. Пойдут клочки по закоулочкам. Так, тихо. Эх, дайте мне ПНВ, я ни хрена не вижу. Ну, я знаю, когда-нибудь дадут. Как же бурбона-то вытащить? А вот какая-то дыра тут. Как? Кого ты притащил с собой, ублюдина? Я туда не хотел. Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или голокон? Артём! Чё за... Давай. Чё, Артём, давай пушку достань. Долбоёб. Всё, что ли? Можешь опустить свое оружие, юноша. Как мне это сделать?
кнопка какая, скажи. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Да успеется. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Такое само спокойствие. Выпрыгнул откуда-то из какого-то, я не знаю, дыры в потолке. И давай поучать. Поучайте лучше ваших поучат. Что за хрень была это? Пописал? Так, бесполезность какая-то очередная. Это что? Вот, что-то лежит, смотри. Возьми, дай. Еще что-то лежит, а, автоматы. Ну, у меня есть такой уже, да? Это же он, правильно? О, елки, как это я прошел мимо стола, а ничего не берется. Слушайте, у меня патронов больше, чем надо. Вон, пошли. Что ж, мудрое решение. Ёптать, еще бы. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Ну да. Че с фонарем-то? Да че с фонарем-то, господи? Даже крыс нет. Это приятно слышать. Ага, вот, все. Дайте мне фонарь. Светильничек. Они знают, что... Дай. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Каким трубам? Я не вижу никаких трупов тут. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасно, да? Че опасного-то, если нет никого? Сам говорит. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Ага, ладно. Ты только не беги так. Мне же надо лут собирать. Замри и смотри вперед. Ну, твою мать. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Жуть какая, а. Вот это жутко, правда. Меня аж мурашки пробили. Должны обойти их. Не прикасайся к всему этому. Сосредоточься. Если тебя еще видел эти свои силуэты. Ну, я за тобой пойду. Пошли.
ты дорогу знаешь, ты тут местный проводник. Мама! Где ты? Мама! Иди, чё встал? Мать твою! Так, тут нет ничего. В сторону, Артём. Ништяк. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Как мы с тобой, да? Мы вроде живые. Идем же. Идем, идем. Смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Клево. Ступай за мной. Но не отходи ни на шаг. Окей. Давай, я готов. Пошли. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Эти призраки как... как фильм-то новый вышел. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Спектральный анализ. С ними, когда они погибали, я был единственным выжившим. Идея-то, в принципе, та же самая. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Материю. Одну взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Да, это хорошая теория. Ну, как хорошая, интересная. Та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Так, мужик, подожди, не торопись. А, дьявол. Что такое? Это не я, оно само. Не суй мне ничего в уши. О, что-то есть. Нет, ничего. Дайте патронов, вы офигели. Ну и чё, 84, и чё теперь, всё, что ли? Какие жадные, не дают патронов. Эх, фонарик бы побольше и поярче. Было бы совсем ништяк. Mm.
Сосредоточься. Да уж сосредоточение некуда. Господи, все глаза проглядел. Иди, что ли? Ну ни хрена себе западлянка, блин. Вы чё творите? Проклятие. Этот несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. А мы типа счастливые. Мы просто само счастье ходячее. Так, это что такое? Ясно. Вроде бы похуже, чем мое. Чем мой мушкет. Идем же. Вот у тебя хороший фонарь, мужик. Давай махнемся. Че пи-пи-пи? Почему часы не показывают, когда свечка в руке? Зажигалка. Куда идти-то, смотришь? Господи, ни черта не видать. Окей. Сосредоточься. Опять, что ли? Подожди. Нормально так. Трубчик. Блин, как же противогаз-то протирать? Это так и не выяснил, нифига. Как-то вроде можно. Че, нет ничего, что ли? Оно приближается. Кто опять? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой. Замри. Ну ты еще что за хрень? Шаровая молния. Да ладно. Да это молния шаровая. Чё опять не так? Ты сказал, тут нет никого. Даже крыс, говорит, нет. Страшная вещь, да? Ну так себе. Но на самом деле она не злее, ну скажем, огня. Ну да. Всё зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Подожди. Пойдем быстрее. Будь осторожен. У самого патронов Анлим. А у меня не анлим. Я должен ходить по кругу тут все вот выискивать. Иначе сдохну. Не от молнии, так еще от чего-нибудь. О, господи. Трупик. Шмупик. А, дьявол. Что такое? Чудовища возвращаются. Блин, опять что ли? Господи. Блин. Извини, чувак. Ни хрена их тут.
вы издеваетесь, что вас тут как? Блин, хрен попадешь еще. Перезаряжается, что ли? Дал. Ну ладно, сойдет. Будь наготове. Вмешиваться не стоит. Так, подожди, парень, тут вроде бы что-то лут какой-то. Молния разобралась со всеми. Ну хорошо. Вот так оно и происходит. Живой пример. Живой, говоришь. Ой. Головушка чья-то. Хорошо, что не моя. Ладно. Идем дальше. Туда или сюда? Вот в чем вопрос. Пробегусь по-быстрому. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Да? На дрезину говоришь? Может, не надо, мужик? Тут же молнии шаровые. Ладно, как скажешь. Ну чё, поехали. Дружбан. Идём. А? У тебя благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди Пулиса смогут помочь тебе? Какая миссия? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Я вам сейчас порычу. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, Юнош. Защитникам может понадобиться помощь. Хан! Сюда! Куда сюда? Сюда? Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём?
А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель так далеко, как сможешь. Что-то тут. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить. Но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на наши позиции. Мы, говорит, должны им помочь. Но все сделаешь ты. Ништяк, чё. Такой подход мне вообще по душе прям. О, ну хоть халявы дали. Чуть-чуть. Ох, тут непростая хрень. Я помню. Я только не помню, как эту хрень проходить, все правильно. Да ты не сдох, что ли? Стреляйте! Я монстра привел. Левый туннель. Где тут левый туннель? Спросил я, пойдя направо. Где тут левый туннель? Где тут справа левый туннель? Та-та-дам-та-та-дам. Чё-то какая-то... Пуха. А это что такое? Что? Это, походу, взрывчатка, чтобы что-то сделать. А вот что сделать? Большой и жирный вопрос. Что-то меня тут плющит, други мои. Причем так не слабо плюсануло, плющинуло. Да. Зели. Этот... Обосратушки, перепрятушки, блядь. Левый тоннель. Зря я, наверное, все-таки апнул винтовочку эту. Дробовичок, то есть. Хочу гребаный ПНВ. Ау, не сдох, что ли, собака. Блин, на вас никаких патронов не хватит.
Горожане. Да еще что ли? Сколько можно-то? Дэм. Еще один. Блин. Еще что ли? Да ладно, сколько можно там? Я, может, что-то делаю неправильно? Только надо с картой свериться, вообще-то говоря. Нет, все правильно вроде. Смотри, они не кончаются тут вообще. Ха-ха-ха. Монстры долбаные. У меня скрипт сработал. Блин, нахер. А, ну все, я завалил этот тоннель, типа, да, или что? Монстры лезут через левый тоннель. Все, что ли? Что надо сделать-то? Ой. Не так много. Самое главное в этой игре — патроны для дробовика. Поп-пу-пу-пом. Надо здесь пройти, что ли? Не знаю даже. Господи, блин, я в натуре. Они меня напугать умудрились. Вали, класс, ребят. Ну а этого что, я должен убивать? Давай, вали. Ну чё, всё? Или не всё? Чё делать-то? Не понял. Так что ли, господи. Ха-ха-ха.
Сука такая. Ну, блин, вы даете вообще, ребята. Блин, надо выяснить, как противогаз протирать, иначе это не жизнь. Ничего себе. Хоть предупреждали, что это нахрен значит. Дневник. Ладно. Все, теперь-то, я надеюсь. Все, вроде все, да. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Пойдем. То мне тут что-то уже надоело. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело — коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Мастер ломастера. Подожди, мужик, тут какой-то закуточек есть. А, в этом смысле. Окей. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Ну так... Как же ты избавишься от того, что ты человек? Так, что задумал? Ну, вон оно чё. Ну, вот чё. И всё. Всё? Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. И удачи тебе. Ну давай, мужик. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым.